они сгорели мой дом. Наверху поставили лаву. И не дали мне этот деньги. Они пошутили со мной. И я им отомщу. Они скажут, у меня полностью я не делал ролик. По-моему, не снимался как-то. Они говорят мне, мы шутили, как тебе пранк. Откуда у вас 4 стака? Как у них 4 стака? Ай, блин, ломал. 4 стака? Изумрудов, да. Откуда их? Они возьмут. Городские жители. Ну, пофиг. Я им отошу. Я узнаю их имя. Первое их один имя — житель Серега. А второй — житель Руслан. Да. Рустам. Житель Серега Рустам. Сейчас я им отомщу. Это первый. Тот мой этот сосед. Тут я сейчас построю дурацкие жители. И сейчас я буду их воровать. Изумрудов тот там ночью подходит. Но они... сейчас я им отомщу. Сейчас. Ну, полублоки где? Где? А вот. Они говорили, на тебя... На тебя креатив, дострой свой дом. Нам не нужно такой дом. В нашей деревне так сгорящий дом. Они говорят даже. У меня вышел нежа, я буду их отомстить. А если не видели, что они делали, тогда посмотрите мой ролик. Тогда увидите. Блин, как был. И дерево. Тут был дубовое дерево. Вот здесь есть. Ну, ребят, сейчас я буду достроить, и потом я вам вернусь. Вот, ребят, наступил день, и он на работе ушел. Я буду ему отомстить. Ну, сейчас я... Такой дом. Сейчас, вот здесь я буду копать. Где мой люк? Сейчас он посмотрит от меня. Я люк. Вот такой люк нам пойдет. Вот такой вот. Спускаемся один раз поменьше. Поставим вот здесь два люка. И вот здесь я делаю свой лабораторию. Блин, как я буду спускаться. Он не узнает, что тут есть я. Я буду вот здесь делать себе тайную комнату, чтобы ему отомстить. Тут будет вот здесь. А, уже ребят мне дали креатив, но его еще не врубали. Админ ушел куда-то, сказал, давай ты посмотри деревню и посмотри, что будет. И скажи, чтобы деревня была хорошо. Ну, я сказал, окей, почему же нет. Вот здесь я поставлю булыжник. Блин, ребят, идет. Все, он не увидел. Сейчас я сделаю видеонаблюдение. Ай, блин, немного. Вот здесь будет у нас из... Давай сюда.
Почему же нет? Здесь доска будет. Тут будет взрыв, ребят. Ну, не такой взрыв, а такой маленький. Я буду его грифануть. У него там в сундуке есть приват. Ну, это же сервер. Играю на сервере. Тут есть приват. Кто знает приват, это такой мы не можем. Это регион, не сделайте из команды. Регион мы не можем там сломать. Если вы не знаете, что такое приват или регион, тогда посмотрите на моих. Зайдите на мой сервер. Еще не готово, но будет, по-моему, через неделю. Готов. Ну, вам скажу. Порт. Или... Ну, как-то написал, что как был. Ну, не помню. Shamanfix.atenos.me. Такой вот называется. Вот здесь я поставлю два лестницу. Сейчас. Лестница. Вот так. Заберу. Вот здесь вот заберу лестницу. Так поднимаюсь. Ага. Опа. Опа, ребят. Сейчас я ему покажу ему. Сейчас первый я буду наказать. Вторым тоже буду наказать на следующих роликах. Вот-вот. И если мы его здесь поставим. Ага. Ребят, я вернусь. Ребят, вот я видеонаблюдение, вот я видеонаблюдение, и вот там житель. Вот там житель. Сейчас я прихожу, и я ему буду показать, как пранкануть со мной. Сейчас. Я выйду из своего дома, там он не видит мою лабораторию. Что тебе нужно? Что тебе нужно, блин, говори. Ну, я просто хочу зайти на твой дом, просто там ремонт нужно, посмотри вот здесь. Вот здесь, вот здесь посмотри что-то. Ну, иди туда, покажу. Нет, я не буду зайти. Ну, окей, это хорошо. Что ты говорил? Ничего. Я просто вот здесь посмотрю. Ну, посмотри-то потом, вали. Окей, валим. Один раз. Клик. Я пошел. Быстро. Быстро уходим. Ты что делаешь из моего дома? А ну, иди сюда. Во-первых, это не я. Во-вторых, я случайно. Пока. Бежим, просто бежим. Сейчас бежим. Прыгай быстро, уходим, все. Ты меня догонишь. А ну, иди сюда. Ты куда пропал? Ха-ха-ха. Я убежал от него, просто прохожу этот паркур. Ну, все хорошо. Ребята, я там сел ему. Ну, потом он сам себя достроит свой дом. Сейчас. Ну, ребят, этого закончится наш ролик. И с вами был я. Подписывайтесь, поставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы меня не потерять. С вами был я. И всем пока. Я буду вас здесь поспать, чтобы он, по-моему, на моем доме сидит. Нажимайте с третьего лица. Это очень сложно. Ну, с вами был я. Поставьте лайк и подписывайтесь на канал. И всем пока. Быстро нужно убежать, потому что у меня вырубает креатив. Админ приходит. Он услышал этот взрыв. Всем пока, здоровья. И вам хочу сказать пока.